Всем доброго времени суток. Получил очередную бандероль с Китая. Очередная мелкая бандероль. Так, это у нас вот такой вот конструктор. Вот такая вот, как видим, бриллиантовые блоки. Обучающий какой-то наборчик для детей старше 9 лет. 30 деталей. Ну, сложив, вот такая вот ерунда должна получиться. Стоимость этого конструктора. Так, вот видим мелкие детальки. Ну, обычные, как в Лего. По-моему, да? Нет, другие. Другие детальки маленькие. Стоимость этого наборчика 80 центов. Добрался сюда за 4 недели. Опять же, до Киева добирался где-то неделю. И 3 недели по Украине ездил где-то, не отслеживаясь. Стоимость 80 центов. Сайт GearBest. Ссылку приложу в описании. На этом все. Всем спасибо. Всем пока.